Добрый вечер, дорогие друзья. Я заранее извиняюсь, если будет прерываться у нас связь. Горы, сильный ветер, погода нам помогает на нашей стороне. В марте продолжаем встречаться на беседах о главном. И как следует из самого названия бесед, будем говорить исключительно о главном. Я не знаю, как для вас, для меня главным является счастье, и, в общем-то, ничего, кроме счастья человека, мое, ну, каждого. Что определяет, ну, как бы, в стремлении к счастью мы проходим разные опыты, нам на нашем пути встречаются различные ситуации, и в каждый конкретный момент, каждый из нас, для каждого из нас есть что-то главное, о чем нужно подумать, задачу, которую нужно решить для того, чтобы быть счастливым. Поэтому я всегда говорил и повторяю, наши беседы о главном – это о том главном, что волнует вас здесь и сейчас. Я жду ваших вопросов, я жду ваших предложений, я жду ваших предложений тем о том, о чем нам необходимо поговорить, что волнует вас непосредственно в той или иной ситуации. Вопросы можно через страничку в Фейсбуке задавать. В общем, любым возможным путем. И чем интереснее, чем сложнее вопросы, чем сложнее жизненные ситуации, тем интереснее наши беседы. Звучит очень обще, но, может быть, кто-то из вас уже слышал. Не устаю повторять. Для меня счастье – это три единства трех очень важных составных таких вещей, что определяет наше счастье. Во-первых, это гармоничные личные отношения. Отношения любви с нашими близкими, отношения доверительные, открытые отношения с людьми, которые окружают нас в жизни везде. В семье, на работе, в обществе. Когда мы можем быть сами собой, мы можем говорить то, что мы ощущаем, что мы чувствуем. И мы можем доверять людям, которые находятся вокруг нас. Это очень важная составная счастья, которая, как вы понимаете, включает в себя много-много различных аспектов, потому что вокруг нас есть много людей. Это и наши дети, которых мы очень любим, о которых заботимся, это наши любимые, это наши родные, это наши друзья и враги. Все это люди, с которыми нам нужно выстраивать гармоничные личные доверительные отношения, поэтому вопросов о конкретных вопросах, о конкретных ситуациях может быть очень много разных, о том, что волнует именно вас. Вторая составная счастья – это реализация призвания. Каждый из нас призван в любой момент времени являть себя миру, не только нашим близким, любимым, а являть себя, ну, называйте это социум, называйте это общество, называйте это просто Вселенной. Мы должны реализовывать свой потенциал. Это и есть залог, основа нашего развития, гармоничного развития и нашего состояния счастья. Как вы понимаете, и здесь вопросов может быть огромное количество, потому что реализация призвания – это все. Это и наша профессия, это наша общественная какая-то активная социальная позиция, это и наши отношения в той же самой семье, когда мы призваны решать какие-то задачи вместе и так далее, и так далее. И, наконец, третья составляющая счастья – это ощущение свободы. Без ощущения свободы человек не может не реализовывать свое призвание, не иметь гармоничные открытые отношения. Но я всегда напоминаю, что речь идет не о свободе от, не освобождении от ответственности или обязанностей, а речь идет о свободе с. Чем шире тот мир, который я принимаю, который является свободным выбором свободного человека, тем счастливее является человек. Как принять ту или иную часть мира? Как ощущать себя свободным вместе с начальником-идиотом? Как ощущать себя свободным с людьми, которые смотрят на тебя косо? Как ощущать себя свободным? Неважно. Ситуации могут быть самые разные. Вопрос для нашего счастья – нам нужно быть свободным. Итак, беседы о главном – это беседы о счастье, о трех составных сущностных
сущностного счастья во всем многообразии, о том, что волнует вас здесь и сейчас в вашей жизни. Чем меньше философии, чем больше конкретных примеров, чем больше конкретных вопросов, чем больше конкретных жизненных ситуаций, тем интереснее, потому что я философ, я философии всегда добавлю в этот разговор, а вот жизнь, она гораздо интереснее, многообразнее, и мне бы хотелось, чтобы наши беседы были такими же интересными и многообразными. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте свои вопросы и до встречи на беседах о главном. Спасибо.